Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по майнеру 1 Бастфун. Произошли в проекте у нас тут изменения сегодня. Произошел рестарт проекта. Хочу сказать, проект отработал отлично. Все замечательно. Ну, кто не заигрался, все в огромнейшем должны быть плюсе. Если мы зайдем в новости, здесь написано 26.09 рестарт проекта. Вот. Значит, также здесь дается, друзья, бонус в размере 10 рублей. И можно прочитать. Если так, вы можете получить скромный бонус, но если у вас уже имеется открытый вклад, бонус не выдается. Так что сначала получаем бонус, а потом уже по желанию можно и пополниться. Значит, на партнерскую программу бонус зачисляется. О как! Бонус действует бессрочно, без ограничения по времени. Вот в прошлый раз, когда давали бонус, там, по-моему, давали, насколько я знаю, мне сказали, что вывод сделается, и потом нужно будет уже пополнять. А здесь, значит, бессрочно. Давайте зайдем в кабинет. Ну, вот все по нулям. Я вчера уже поздно вечером вывела, сделала вывод, друзья. Все замечательно. Вот 25 сентября 86.55 я отсюда вывела. Вот. Вовремя. И комментарий. 1 Бастфун. И сегодня я утром захожу. Уже рестарт. Это я вовремя вывела. Вот. Так, ну что, здесь все по-прежнему, все по нулям, как бы у нас обнулилось. Так, здесь история также по нулям, рефералы все остались. Я зашла на главную страничку, люди начали пополняться. Я рискну на 20 рублей без фанатизма. Но сначала я получу бонус. Вот, потому что если я пополнюсь, бонус мне не дадут. И клику зачислить 10 рублей. Так, ну что, вернемся на главную страничку домашнюю. Вот сумма вклада 10 рублей. Так, и пошла у меня, вот видим, да, начала капать копеечка. Далее что? Пополнить. Я рискну, как я сказала, без фанатизма. На 20 рублей. Я в прошлый раз с 20 рублей начинала. И в этот же раз точно так же. Пополню и после продолжу. Я пополнилась, и на балансе у меня стало 30 рублей. Я понятия не имею, как он будет вот сейчас работать. Даст он нам заработать? Хорошо. Но в прошлый раз вот он дал. Ну вот уже, я думаю, все со мной согласятся, что все были в плюсе. Вот. И можно также на рестартах, ой, не на рестартах, на реинвестах, так, подождите, собрать, пополнить, вывести, увеличивать как бы свой депозит. Также здесь, друзья, не забываем прописывать кошельки, так как здесь все по нулям. Нажимаем сохранить, реинвест. И, ну а здесь вывод. Выбираем платежную систему, как бы ставим кошелек. И нажимаем вывести. Только обязательно сохраните кошельки, потому что неизвестно, куда забудете и куда деньги улетят, не знамо куда. Вот. Ну что, в принципе, на этом все. Вывод будем, естественно, проверять. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.